to stroh. Люди складають за ним на голову, як Льоня. Он теж отіграв, похоже. Чого треба? Крутизна. Ти ноги там не покажи. Крутизна. Ще. Нет ничего. Да он уже, по-моему, отіграв. Вон Костя нам слушает. Женька. Это трудится. А я из-за дверей снимаю, причем в этом, в одеяле каком-то, чтобы не слышно было треск, как ты не камеры. Так вот это только Лёня сейчас пошел, будет играть. Вот это другие ночи. Нет. А потом он будет курить, после того, как это... Пряжа. Он перед этим курил. Он курил, я помню, после того, как вышел весь, как ты видишь, возбужденный, перевозбужденный. Алексей Иванович Пряжа. Там вон играл или не место, а какой-то Эльгар, вообще, не Эльгар, или Дворжик, не помню. Таня Петелетова, тоже интересно будет это увидеть. Это время какое-то, да, там? Ну, не начали. Вот он сейчас сдал. Вот, и после этого он будет курить. А может и... Потому он уже добрый. Ну, конечно. Это он любил передохнуть, когда снимал. Он привел на землю. Щипкова. А вот этот дирижер Миша. Сейчас он в Самаре дирижером. Ну, там тебя долго смотрится. Ушинский, Рудальчик, Шварц. А тот... Мирчин там еще был. Да. Там председатель комиссии Бесноватый у нас был такой. Кто? Фамилия Бесноватый. Вот, видишь, он... Ну, тут уже расслабленный, да. Это концертмейстер, не помню. Меня снимают? Музыка. Это он сейчас как не закачивается или что? Вот Бесноватый, вот этот вот. Будет оглашать оценки сейчас. Понятно, четко. Вот, получили оценки. Уходят довольные. Мы получали. Ну, это уже, наверное, в классе контрабасистов отмечают. Точно, банка стоит с капустой. Вам брюхо. Этот Леша Скобелин. Строго. Видишь, Топорко. Видно как черт. Темно. Ну что делать? Может, тут подсвечивать, да? Слушай, вот это вот. Это что ли? Это что, тут свет? Ты думаешь, он выполнил у меня веревочку? Да нет. Нет? Это выполнил. Нет, нет.
это где что? Я не знаю, наверное, он там рыбки. В Израиле живет контрабасист. Я не знаю, что это такое. Машина, видимо, поехали на счёте. Ну, экзамен, или досы, не знаю. Ну, наверное, после экзамена опять вернулись. Ну, нет, это оркестр где-то. Филармония, но... Это работа, по-моему. Тут, да, это филармония. Этот Арсеньев, Семён, Соколов. Это еще вот до Омска. Не уехали они еще в Омск. А, вот мой Наташа. Ну какой составчик был, да? Ну. Наташа купила. Да, это еще та же та артистка, как я ее забыл. А, на А тоже. Мишка. Ну, холостой еще. Толстый. Вот этот американец-то. Это вот наша закулисная часть. А, Мишка, да, колонистый. Это закулисная часть. Смотри, стол был, я даже этого уже и не помню. Нардисты наши. Чернокисты. Блинов, болтовнистый наш. Какими спокойными играми это народу было. Никто такие не играл. Мы зато бегали в футбол, играли хорошо. О, дочка Кирина. Сережа. Поверим, пошли.
инструктор, наш инспектор. А это тоже инструктор, не знаю, не могу вспомнить. Зима. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, типа, такие колоритные люди. Первая машина. По машинам? Это что? Это еще старые кусоты дорога. Из филармонии, по-моему. Дома какие-то вообще. Вот ворота, видишь, такие были. А напротив, похоже, это вот эти вот домики. Деревянные, да? А? Деревянные домики. Ну? Вот первое.